Добрый день. Возникла необходимость изготовить кресло, не кресло, стол, не стол, что-то среднее, с низким подлокотником. Вот я начал уже изготавливать его. Вот. В основе идет брус 60 на 30. Вот. У меня метра 4 его осталось и лежит уже давно, решил его употребить. Вот. Видите, здесь дуга изготовлена из этого дерева. Вот. Ножки также. Все это из сосны. Вот. Фанера вот вырезана внутрь на сидушку. А, эта же фанера уйдет у меня на подлокотник. Видите? Я его обрежу по кругу. Потом, может, еще сверху наклею брус с красивого дерева, зашлифую его. Вот. И пока. Оно вот таким образом выглядит. Вот. 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 Ножки еще не вклеены, но закреплены уже, держатся капитально. Передние ноги. Вот они. Также. Хочу вам сказать. Как я его начинал делать. Вот. Я взял дугу, сделал, изготовил из этого же бруса 60 на 30. Вот. Торцевой пилой распилил на сектора под определенным углом и склеил, выклеил. Значит, соединил я, набрал два шканта на шканты, вот. Выклеил, потом обработал фрезером по кругу, вот, и загладил. Ну, для надежности еще взял фанерку, вот, четверку, вот, вырезал 4 на 40 и обклеил изнутри. Здесь вот вначале одним слоем, а где соединение, я два слоя фанеры дал. Вот, я считаю, что она надежна будет. Можно было, конечно, изготовить дугу. Таким образом взять материал однородное дерево, вот, и согнуть. Ну, посчитал, что это невыгодно, потому что нужно изготавливать кондуктор, вот, потом парилку, запаривать дерево, потом это очень сложно. Это нужно делать, я так думаю, в том случае, если у вас заказано 100 штук. А для одного, я думаю, и так нормально будет. Вот. Единственное, что я хотел, не знаю, посоветоваться с вами. Потому что, в принципе, изначально я планировал вот эту фанеру также для укрепления дуги делать. То есть я хотел центр фанеры убрать, оставить только края, которая будет вклеиваться, насверлить отверстие вот, этой фанеры и сделать плетенку. Вот. А сейчас вот, когда я поставил фанеру, не знаю, может таким образом оставить. Как вы думаете? Просто так оно мне, все это кресло обойдется гривен 50. А если вырезать, то надо еще затраты покупать веревку. Не знаю. Если у кого-то есть какое-то мнение, то посоветуйте. Буду рад. До свидания.